И буквально с утра нацгвардейцы, охранявшие тот самый Шевченковский суд, который отпустил подозреваемого в ранении полицейского, покинули свой пост. Об этом сообщил глава Высшего совета правосудия на экстренном заседании. Члены совета собрались в срочном порядке, чтобы обсудить, что делать с охраной судов, к чему пришли в материале Богдана Вербицкого. Заходи, кто хочешь, бери, что хочешь. Шевченковский рассуд Киева лишился охраны. Спецподразделения Нацгвардии с началом рабочего дня внезапно покинули вахту. Ну, Шевченківський районний суд міста Києва залишився без охорони. Зранку приблизно 9 годині 30 хвилин бійці Національної гвардії України, які здійснюють охорону, залишили приміщення Шевченківського районного суду міста Києва без повідомлення причин такого вчинку. Одна из возможных причин – приговор Шевченковского суда участнику радикальной организации, который во время стычек с полицией выстрелил в правоохранителя. В итоге полицейский на больничной койке, а виновный – на свободе. В Высшем совете правосудия приговор не комментирует, а вот выходки радикалов, естественно, осуждают. Категорично засуджує факти нападу на працівників національної поліції та громадян, які мали місце під час розгляду у Солом'янському суді. Но осуждают в Совете правосудия и действия нацгвардейцев, которые покинули пост. Весь день райсуд под присмотром, но не только силовиков, а кучки радикалов. На весь суд всего 3 нацгвардейца, да и то без средств защиты. Просто дежурная стража. На вопрос, вернутся ли коллеги, не отвечают. Без комментариев. Ближе к вечеру в пресс-службе суда сообщили, охрана вернется, вот-вот появится. На данный момент питання щодо забезпечення суду охороною вирішено, і найближчим часом суд буде забезпечений належною охороною. Но после ситуации с Шевченковским судом в Высшем совете правосудия заявили, министр внутренних дел оказывает давление на судебную систему, и обеспечить правопорядок – его прямая обязанность. Высшая рада правосудия категорично не сприймає публічні заяви про відмову від виконання державної функції забезпечення охорони судів, розміщені на офіційному сайті міністерства. Правда, охранять суди еще с 2017 года обязана служба судебной охраны, но создана она только на бумаге. В Высшем свете правосудия говорят, проблема с кадрами. Богдан Вербицкий, Юлия Жешко, Богдан Саврудский. Подробности телеканал Интер.